Мир вам, братья и сестры, сердечно приветствую всех вас на нашем богослужении. Слово Божие говорит: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Сегодня мы хотим по-особому осознать эту истину, что все грехи наши и беззакония были на Нем, и Его ранами, Его смертью мы получили исцеление. Это очень важно, чтобы мы были в этом молитвенном состоянии сегодня. Перед нами знаки смерти Господа нашего, чтобы мы могли, осознав то, что сделал Господь, быть благодарными Ему, молиться и прославлять Спасителя за то, что Он сделал для нас. Давайте склоним головы наши, помолимся, попросим благословения. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы благодарны Тебе за то, что наказание мира нашего было на Тебе. А сегодня мы имеем этот мир. Сегодня мы примирены с Тобою. Сегодня мы дети Твои, мы церковь Твоя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил заповедь, чтобы мы помнили об этом. И сегодня мы хотим исполнить эту заповедь, мы хотим сегодня совершить то, что Ты заповедал нам. Приготовь нас к этому и благослови нас. Духом Твоим Святым касайся сердец наших, когда мы будем слышать Твое Слово. Дай, чтобы сердца наши были готовы к слышанию, к принятию истины Твоего Слова. Помоги, чтобы мы сегодня могли, умилившись сердцем, воздать Тебе славу. Духом Твоим Святым прикоснись к сердцам нашим, чтобы у нас было умиление и радость от того, что мы спасены Тобою. Мы хотим прославить Тебя, потому что Ты достоин поклонения. Ты Спаситель наш, Ты Господь наш. И вот в этом собрании да будет Тебе, Господу, честь и слава. Аминь. Давайте мы все вместе прославим Господа, и мы будем петь гимн «Ты познал ли силу крови? О, скажи». Thank you.
свете без любви, без любви святой, не зная Бога. Без тебя, мой Бог, печальные дни. В сердце пустота, в душе тревога. Без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю бой, ты моя победа. Если ты со мной, я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем твоим с грехом борюсь, быть с тобой предел моих желаний. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Только ты умеешь так любить, только ты во власти дать прощение. И отцом, и другом моим быть, укрепляя веру и терпение. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Капли пота словно кровь, сердце боль терзает вновь, камень на душе. Сад, он как будто тихо спит, и не слышен сердца крик. О, услышь, Господь, ты пронеси эту чашу. Воля да будет твоя.
их люблю, пусть у них так жестоки сердца. Я спасти их хочу и прошу тебя, Отче, ты их прости. Где же вы, мои друзья? Одинок в молитве я, боль сдавила грудь. Крест, как тяжел мой страшный крест, подержи меня, Отец, тобой оставлен я. Ты пронеси эту чашу мимо меня, впрочем, воля. Прошу тебя, Отче, ты их прости. Так, так страдал там мой Господь, возлюбив меня с тобой, Он зашел на крест. Ты свое сердце ты открой, Его кровью грех свой смой. Поклонись Христу, ты пронеси эту чашу. Прошу тебя, Отче, ты их прости. Отче, ты их прости. Слава Богу. Yeah.
Мир вам, братья и сестры. У меня вопрос сегодня каждому из нас, кто находится в этом зале. Что сегодня у тебя, дорогой брат и сестра, дорогой друг, на сердце? Находясь в Доме Божьем, видя эти видимые знаки, которые сегодня перед нами, они сегодня нам о многом говорят. Что сегодня в наших сердцах, братья и сестры? Я благодарю Бога моего за то, что Бог дает радость и торжество в мое сердце. Потому что эти видимые знаки сегодня для нас, детей Божьих, говорят о многом, говорят о той цене, какой ценой мы достались нашему Спасителю Иисусу Христу. Дети Божьи сегодня по всему миру, они празднуют. Сегодня праздник, сегодня радость. Потому что мы погибали в грехах наших. И не нашлось этой жертвы, кроме жертвы Иисуса Христа, чтобы покрыть наши грехи, очистить нас от этих грехов. Сегодня в самом начале мы пропели псалом. И этот псалом, он сегодня задал вопрос всем тем, кто сегодня не омыт еще в крови Иисуса Христа. Кто еще вдали стоит от Господа нашего Иисуса Христа? Ты познал ли силу о крови? Скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе? И омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты кровь Его? Может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что на кресте пролил Христос, сделать снега белее тебя. Эта благая весть сегодня звучит. И для тебя, дорогой друг, если ты не принял Иисуса Христа в свое сердце, если ты не омыт в крови Иисуса Христа, Господь сегодня призывает всех. Сила крови, она осталась. Она имеет эту силу очищать от грехов. И поэтому мы сегодня с вами, братья и сестры, сегодня здесь, потому что кровь Иисуса Христа, она омыла нас от наших грехов. Вися на Голгофском кресте, Христос произнес особенные слова, которые услышал весь мир. И там прозвучали эти слова: «Совершилось!» Братья и сестры, сегодня эти слова звучат
во вселенной, грешнику, который не хочет, не спешит идти к Господу. И сегодня Господь говорит: совершилось там на Голгофском кресте спасение твое и мое. И есть место еще у креста. Вместе с вами я хочу, чтобы мы открыли Слово Божье. Первое послание Петра, первая глава. Мы будем читать 17 стиха. Первое послание Петра, первая глава 17 стиха. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам его, то со страхом и трепетом проводите время странствования вашего, зная, братья и сестры, будьте внимательны, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Братья и сестры, Слово Божье открывает эту величайшую истину, важную истину. Что мы должны знать в этом мире? Что мы должны знать? Что ты должен знать, дорогой друг, который еще вдали от Христа стоишь, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы. Братья и сестры, не нашлось богатств в этом мире, чтобы платить эту цену за наши грехи. Не было этой цены. Не было богатств, бриллиантов, этого всего имущества, что есть, чтобы заплатить цену за наш грех. Братья и сестры, но Слово Божье говорит нам, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, но драгоценную кровью. Братья и сестры, кто может измерить цену крови Иисуса Христа? Есть ли эстимейтеры на этой земле, чтобы оценили жертву Иисуса Христа и кровь Иисуса Христа и цена, которая была пролита за нас? Но драгоценную кровью Иисуса Христа. Слово Божье открывает нам эти истины. И эти истины важно, чтобы сегодня мы еще раз вспомнили, сделали вот какой-то рефреш своей памяти. Что нас ждало в этом мире без Христа? Какое наказание было на нас? Что мы должны были принять за наши грехи? Слово Божье говорит в послании Римлянам, 3 глава, мы прочитаем с 23 стиха. Послание Римлянам, 3 глава, с 23 стиха. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Все согрешили и лишены славы Божьей. Братья и сестры, эта истина сегодня звучит, что на этой земле нету, не было и не будет рождаться человек совершенный. Человек приходит в этот мир, рожденный во грехах, и Давид в псалмах говорит: «Во грехах я был зачат». И Слово Божье говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». 6 глава Римлянам, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий
жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – это вечные муки в аду. Это жизнь без Христа. Это жизнь вдали от Христа, от Бога. Ибо возмездие за грех – смерть. Дорогой друг, который находится во грехах, это слово сегодня к тебе звучит. Господь сегодня к тебе обращается. Ибо возмездие за грех, если ты живешь во грехах, если ты не омыт драгоценной кровью Иисуса Христа, возмездие будет. Это будет отчуждение от Бога. Это будут вечные муки в аду, куда многие люди идут, не принявши Христа как своего личного Спасителя. Но Слово Божие говорит, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Братья и сестры, эта истина сегодня звучит для каждого из нас. Я хочу, чтобы мы еще раз осознали вот эту истину, вот этот дар, который Бог отдал для нас. Он отдал самое драгоценное Иисуса Христа. Вот почему драгоценная кровь Иисуса Христа, потому что Он был драгоценный, Он был единственный, Он был свят, Он был непорочный. Как важно, чтобы сегодня мы осознавали всю мерзость греха, тяжесть греха. Почему наш Спаситель, почему Отец Небесный должен был отдать Сына Своего, самое драгоценное и самое лучшее, святого, непорочного, Он отдал за наши грехи. Иван Вениаминович Каргель, у него есть прекрасная книга, я рекомендую, братья и сестры, прочитайте ее, найдите время. Если у вас нет времени, откройте прекрасный веб-сайт «Капли сота», который наши братья и сестры занимаются им. Это благословенный веб-сайт. И там есть эта книга. Включите себе, если вы в дороге, и послушайте. У него есть прекрасная книга, она называется «Грех, зло всех зол в этом мире». Иван Вениаминович Каргель. «Грех, зло всех зол в этом мире». Я хочу прочитать сегодня для нас несколько выражений, которые я для себя записал и хочу поделиться вместе с вами. Грех – это величайшее зло в этом мире. Грех – это оскорбление и возмущение против святого Бога. Вы слышите, братья и сестры? Грех – это возмущение и оскорбление против святого Бога. Грех – это моральное осквернение. Вот что делает грех. Он оскверняет нас. Грех – это большое, тяжелое бремя, которое лежит на грешниках. И это бремя каждый из нас, который омылся в Иисусе, в крови Иисуса Христа, мы ощущали это бремя. Почему сегодня мы имеем рэп-центры в Америке, в Украине, по всему миру, в России, американцы? Потому что это бремя греха. Люди, которые находятся в зависимости, они не имеют силы нести, они готовы, они идут в рэп-центры, чтобы там кто-то оказал им помощь, чтобы они могли освободиться от бремени греха. Грех – это бремя, тяжелое бремя греха, которое лежит на грешнику. Дорогой друг, ты не хочешь сегодня оставить свое бремя? Может, ты христианином называешься, но ты живешь во грехах. Ты грешишь изо дня в день. Ты находишься, может, в зависимости, и у тебя нет силы освободиться от алкоголя или грязных сайтов, еще чего-то. Сегодня Господь говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Грех – это уход из дома Отца в чужую страну. Грех – это уход из дома Отца.
чужую страну. И мы читаем притчу в Иоанна, послание Евангелия Иоанна, когда блудный сын ушел с этого, с отцовского дома, дом, который преизобиловал богатством, хлебом, где был достаток, где все было. Но грех обманул. Грех увел сына блудного из дома отца. Он ушел в этот мир. И что осталось? Что случилось с ним? Грех приводит к рожкам. Грех приводит к свиньям. Грех приводит к питанию то, что свиньи должны есть. К сожалению, человек начинает кушать эти рожки. И он кушает эти рожки до того момента, когда не приходит в себя, что я сделал. Вот что делает грех. Грех – это возмущение и вражда против Бога. Грех – это осквернение то, что противно Богу. Грех – это нарушение закона. Грех разрушает. Грех разрушает. Люди, которые питаются ростками, которые находятся в зависимостях, грех и все эти обманчивые вещи, они разрушают. Грех – это отделение от Бога. Грех – это отделение от Бога. Братья и сестры, я хочу повторять эти истины. Когда мы читаем Бытие, первую книгу Библии, когда произошло это отделение от Бога, почему оно произошло? Потому что грех пришел в мир. Адам и Ева, они общались, они имели вот это прекрасное общение с Богом. Бог приходил, и Он имел это общение. Он хотел иметь это общение с человеком. Но пришел грех. Этот искуситель пришел и обманул Адама и Еву. И произошло этот разрыв. И когда мы открываем третью главу Бытие, мы прочитаем с 20 стиха. «И нарек Адам имя жене своей Эва, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Богу Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Грех пришел в мир. Грех разделил человека с Богом. За грех была заплачена цена. Это цена Агнца, непорочного и чистого Агнца, была принесена в жертву за грех. Слово Божие говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Грех – это то, за что умер Христос. Братья и сестры, грех – это то, за что умер Христос. Бог ненавидит грех. Евангелие Иоанна, 3 глава, знакомые нам места. Мы читаем здесь такие слова. Евангелие Иоанна, если у вас есть Библии, и мы вместе можем проследить. 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Бог не послал в этот мир Сына Иисуса Христа, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. 16 стих пишет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына». Бог отдал самое драгоценное и самое прекрасное. И это были мы, братья и сестры. Это наши грехи. «Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса,
как дорога струя, омывшая меня, она сильнее всех морей. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Эти прекрасные гимны, эти прекрасные псалмы и стихотворения, которые мы поем и воспеваем о крови Иисуса Христа, потому что только кровь Иисуса Христа, драгоценная кровь Иисуса Христа, она имела эту силу омыть нас от наших грехов. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Братья и сестры, вот какая цена была заплачена за наши грехи. Иоанн Креститель, Евангелие Иоанна, в первой главе, когда мы читаем 29 стих, здесь написаны такие слова. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Вот Агнец Божий. Братья и сестры, этим Агнцем стал наш драгоценный Иисус Христос. И поэтому перед нами сегодня эти видимые знаки. Хлеб, тело, которое было ломимое за нас с вами. И за тебя, дорогой друг, который еще вдали стоишь от Христа. Сегодня перед нами чаша с вином, которая символизирует кровь Иисуса Христа. Драгоценную кровь, которая была пролита за нас. Люди не хотят говорить о крови, братья и сестры. Люди боятся крови. Некоторые люди теряют сознание от того, когда видят кровь. Однажды, когда мы сидели в хоре, и проповедник говорил о крови Иисуса Христа, брат потерял сознание от того, что он слышал о крови Иисуса Христа. Когда наши детки падают, и кровь начинает лица из рук или ног, и мы знаем, какой крик поднимается. И ты думаешь, уж неужели уже там ногу или руку оторвало, а там просто маленькая кровь течет из его раны. И мы спешим быстренько замазать эту рану, чтобы ребенок перестал плакать от вида просто крови. Люди стараются не потерять кровь. Спасатели делают emergency, все то, чтобы человек чем поменьше крови потерял, потому что в крови это жизнь. Нашего брата, когда жена потеряла при родах много крови, она была на грани смерти. Благодаря тому, что наша мама находилась возле нее, и у них кровь была одинакова, она была спасена. Она осталась жить, потому что кто-то дал свою кровь ей. Братья, мы по одной причине сегодня здесь. Мы в Церкви Христовой, потому что за нас Христос отдал свою драгоценную кровь. Потому что за нас была пролита эта драгоценная кровь Сына Иисуса Христа. Да и все по закону почти очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вы слышите? Без пролития крови не бывает прощения. Если бы Христос не пришел, если бы Христос не сделал этот, не совершил этот голгофский подвиг страданий, братья и сестры, не было бы прощения. В городе, где мы жили, у нас был мебельный комбинат. И на этом комбинате работали глухонемые,
люди, которые совсем ничего не слышат и не говорят. Они просто могли звуки издавать. И когда они начали где-то выяснять свои отношения между ними, нам не раз приходилось это видеть. Как они жестоко избивали друг друга. Они били головой об землю. Этот кричал, но он ничего его не слышал. Как только они видели кровь, когда кровь начинала течь с лица или откуда, с ран его, они сразу переставали продолжать бить своего друга ближнего. Человек останавливается перед кровью. И сегодня эта невинная кровь, она сегодня проливается. И сегодня мы на своими глазами можем видеть это, что происходит, когда человек живет в этом мире без Иисуса Христа. Что сегодня грех делает? Он проливает невинную кровь, проливает детскую кровь, пускает ракеты на мирных жителей, маленьких детей разрывает на куски. Беременные женщины истекают кровью. Вот какой грех омерзительный, братья и сестры. Вот почему человек сегодня нуждается в жертве Иисуса Христа. Нуждается в драгоценной крови Иисуса Христа. Без пролития не бывает прощения. Христос пролил драгоценную кровь. В Библии более 400 раз говорится о крови. С первой страницы до последней говорится о крови. И мы читаем в Ветхом Завете, сколько крови проливалось, чтобы грех был смыт с человека. В Новом Завете более 84 раз говорится о крови. И мы прочитали вот эту истину. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Во Христе Иисусе мы подходим к концу. Я хочу еще прочитать несколько мест, и мы будем молиться. И я хочу, чтобы мы сегодня, осознавая вот эту цену, которая была заплачена за наши грехи, чтобы сегодня наши уста были наполнены вот этой благодарностью за жертву, за драгоценную кровь Иисуса Христа. Слово Божье говорит, я читал это место, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Братья и сестры, что сделала жертва Иисуса Христа? Она искупила нас. И мы читали вот это место. Не драгоценным золотом и серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью мы искуплены. За нас мы выкуплены. Господь искупил нас. Только жертва Иисуса Христа могла искупить нас от греха. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 14 стиха я читаю, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, все им и для Него создано. И Он, Иисус Христос, есть прежде всего. И все им, Христом, стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его, послушайте, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда учуждены и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плотью Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными пред собою. Римлянам 5 глава, 8-9 стих. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его,
спасемся им от гнева. Братья и сестры, мы получили оправдание в крови Иисуса Христа. И мы имеем это оправдание, мы имеем искупление, мы имеем примирение. И еще место одно, которое я хочу прочитать перед нашей молитвою. Что сделала кровь Иисуса Христа? Какие обетования мы имеем и какие благословения мы имеем во Христе Иисусе, омывшись в крови Иисуса Христа? Послание евреям, 13 глава, 12 стих. «Но Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Братья и сестры, мы получили освящение. Бог освятил нас. И в глазах Бога мы святы, потому что за нас была пролита эта драгоценная кровь Иисуса Христа. Нам нужен был Спаситель, потому что у нас нет никакой возможности спасти себя самостоятельно. Единственная наша надежда в том, что Бог в Своей искупительной любви, в славной благодати пойдет нам навстречу и сделает для нас то, что сами сделать не в состоянии. Он выполнил все Божьи требования, удовлетворил Его гнев и тем самым вновь открыл нам вечный доступ к Богу. Все сделанное Иисусом совершил. Иисус совершил как заместитель. Все, что Он сделал ради нас. Братья и сестры, я хочу призвать нас к благодарственной молитве. Пусть Господь благословит нас, слыша это слово, кем мы были и кем мы стали во Христе, и что сделала для нас кровь Иисуса Христа. Аминь. Преклоним колени и будем молиться. Евангелие Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня,
Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Никто не знает, сколько этих капель крови упало на землю Гефсимании. Но мы точно знаем, что это была кровь, которая капала за каждого из нас. Мы знаем, что когда Христос молился в Гефсимании, Он молился за нас. И когда Он молился за нас, Он не молился за нас в таком приличном виде, как мы сегодня находимся, в костюмах и галстуках. Он видел нас в ужасе греха. Он молился за нас, потому что Он видел весь этот ужас греха, порока, который был на каждом из нас, потому что мы были виновны перед Богом. И поэтому Он молился за нас, и Он взял, Он принял решение взять этот грех на Себя. Именно поэтому Его пот был, как капли крови, падающие на землю. И сегодня мы будем участвовать в заповеди Господне, вспоминая страдания Господа нашего. И когда мы будем вспоминать это, когда мы будем вспоминать Гефсиманию, Его пот, как капли крови, нам не нужно еще раз казнить себя за те грехи, которые Он простил. Мы пришли однажды в покаянии, и Бог простил нам наши грехи. Но нам важно вспоминать страдания Господа нашего, Его пот, как капли крови, бичевание, распятие и смерть для того, чтобы быть Ему благодарными. Для того, чтобы, участвуя в заповеди Господней, мы исповедовали, что эта кровь была пролита для очищения моих грехов. Это драгоценная кровь, о которой мы слышали, она омыла меня, она очистила меня, и сегодня я пред Господом очищенный, я член Его тела, я член Его церкви. Я исповедую сегодня, что Его кровь имеет силу, и смерть Его, совершенная однажды, она даровала мне спасение. Поэтому Господь установил свою заповедь, чтобы мы, спасенные им, могли еще раз вспомнить это событие и еще раз возвестить победу через смерть нашего Господа. По примеру Господа нашего Иисуса Христа мы помолимся над хлебом. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что однажды Ты пришел на эту землю, Ты стал человеком, Ты молился там в Гефсимании за каждого из нас, и пот Твой был как капли крови. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пошел на Голгофу, и там Ты стал жертвой для спасения нашего. И мы благодарим Тебя за то, что там тело Твое было ломимым, и кровь Твоя драгоценная была пролита. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас от греха, Ты простил нам наши грехи, Ты омыл нас Своей кровью, и теперь мы Твои дети, мы члены Твоего тела, мы радуемся этому и прославляем Тебя. Мы просим Тебя, благослови и освети этот хлеб. Мы хотим исполнить заповедь, оставленную Тобою, и просим Тебя, приготовь нас к этому, возвестить Твою смерть, прославить Тебя за великое дело спасения, которое Ты совершил для нас. Аминь. Ну, как небу Божие.
сбежались все его друзья. Шла навстречу грозная толпа, превратились люди в палача, смерть желая своего царя. Помочились силы, подана небу, участвовать в заповеди Господней имеют право члены Церкви Иисуса Христа, принявшие святое водное крещение, все те, кто имеет мир с Господом и друг с другом. Будем помнить, что это святыня Господня, участвовать благоговейно, не роняя крошек. Все те, кто находится на церковном взыскании, должны воздерживаться, чтобы не есть и не пить осуждения себе. Господь сказал сие: «Есть тело мое за вас ломимое». Будем участвовать. Thank you.
Наш Господь после вечери взял чашу и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, пока будете пить, в мое воспоминание». Сейчас мы помолимся, поблагодарим Господа за кровь, которая была пролита за нас, и попросим благословения, чтобы Он благословил наше участие в чаше. Давайте склонимся и помолимся. Наш Отец Небесный, мы вновь к Тебе приходим, благодарим Тебя сердечно за эту великую любовь, которой Ты возлюбил каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты не пощадил Сына Своего, но отдал Его на крест. Благодарим Тебя за кровь, которая была пролита, и за то, что эта кровь, она имеет силу и сегодня. И в этой крови мы имеем исцеление, мы имеем очищение, мы имеем прощение. Благодарим Тебя за то, что в этой крови мы имеем усыновление, за то, что мы можем приходить к Тебе, и мы можем молиться, Авва Отче. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы в Твоей семье. Просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, всех, кто будут участвовать в этой чаше. Благослови, Господи, нас, и благослови эту чашу, и раздели ее между нами. Помоги, чтобы мы действительно помнили ту цену, которая была заплачена за наше искупление. Благослови, Господь, каждого из нас, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено в нашем участии, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все, кто участвовали в хлебе, будем участвовать в чаше.
Сестры, еще перед молитвой будем читать первое послание Иоанна, 5 глава, с 19 по 21 стихи, 1 Иоанна 5, 19, 21. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Братья и сестры, сегодня перед служением в Братской звучало слово о том, что Бог дает нам мир, что когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, на это зло, на эту вражду, какое утешение и какую благодать мы можем найти в том, что Господь, Бог наш, по Своей любви к нам посчитал необходимым протянуть нам руку мира. И сегодня мы видим эти знаки перед нами о том, что Господь снизошел к нам, людям. Мы читали в 19 стихе о том, что мы знаем. Это то, что не подвергается каким-то дискуссиям или вопросам. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Я думаю, почему-то нам гораздо легче бывает согласиться, что мир лежит во зле. Но когда мы слышим утверждение, что мы от Бога, мы почему-то иногда задаем вопросы, как-то сомневаемся. Но, братья и сестры, особенно все те, которые искренне сегодня участвовали в этой заповеди, мы должны иметь эту уверенность, что мы от Бога, что Дух Святой живет в нас, что Господь, когда спас нас, каждого из нас в свое время, когда присоединил нас к Церкви Своей, Он сделал нас своими. Будем помнить о том, что мы от Бога, несмотря на то, что весь этот мир лежит во зле. И Писание дальше говорит нам о том, что Сын Божий, Он пришел и дал нам свет и разум. Знаете, когда мир лежит во зле, слышали мы вчера это слово, это нас беспокоить должно. Это в нас должно вызывать печаль, в нас должно вызывать огорчение, в нас должно вызывать желание молиться. Мы можем, может быть, о многом с Лотом не соглашаться, как он попал туда, почему он туда попал. Но знаете, у него хорошее состояние души было. Мы читаем о том, что он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Братья и сестры, если мы от Бога, мучимся ли мы в нашей душе, видя и слыша дела беззаконные? Апостол Павел так заботился о грешниках. Он говорит, я готов, говорит, вот сам быть отлучен от Христа, только чтобы кто-то другой получил спасение. И мы в церкви, мы в семье, мы знаем друг друга. И церковь как раз является вот этим островком любви, островком света, вот этого Божьего разума, примера, которому мы должны последовать. Я уже говорил о том, что вот знаки любви, о том, что Сын Божий пришел в этот мир, они перед нами, они доказывают то, что Он пришел, это для каждого из нас. Он свет нам дает и разум. Мы читаем такие слова, что Господь просвещает тьму мою. И, братья и сестры, когда мы подходили к этому дню и в субботнем служении, и на неделе, я думаю, мы как раз и призывали Господа и Духом Святым, чтобы Он проверил и просветил вот эту темноту нашу, какие-то уголки нашего сердца, которые, может быть, еще не заполнены Божьим разумом и Божьим светом. И знаете, Бог, Он всегда выводит человека из темницы, из тьмы, который искренне желает следовать за Ним. Тот же Иоанн говорит в 3 главе, «Всякий, имеющий сию надежду, на него очищает себя, так как он чист». И апостол Иоанн заканчивает эту главу словами, «Дети, храните себя от идолов», говоря о том, что для того, чтобы мы показали, что мы от Бога, для того, чтобы мы показали, что мы просвещены этим светом и имеем Божий разум,
мы должны жить соответственно, мы должны иметь соответствующие приоритеты и избегать вот этого мира, избегать этих идолов, которых мы можем встречать на каждом шагу и которые пытаются проникнуть в нашу жизнь. Мы знаем, что Сын Божий пришел в мир. Мы знаем, что мы дети Божьи. Мы знаем, что Он дал нам свет и разум. Будем хранить себя от идолов. Помолимся и поблагодарим Бога за эту возможность и силу Его. Аминь. Славить Агнца мы будем не только сейчас, не только здесь, мы будем его в вечности славить. Книга Откровения говорит о том, что там мы все вместе будем петь эту песню «Достоин ты принять славу и честь». Помоги нам, Господь, хорошо репетировать в этой жизни, чтобы хорошо спеть там. И там мы будем петь долго, это будет вечность. И, может быть, сегодня кто-то еще не готов к вечности, может быть, сегодня кто-то не знает, как петь, и не знает, как молиться, и не знает, что такое жизнь в Боге. Сегодня Господь стучит в ваше сердце. Сегодня эти знаки, которые перед вами, они для вас также говорят. Христос умер за вас. Он пролил свою кровь за вас. Слово Божие говорит, что Бог так возлюбил мир, весь мир, что отдал Сына Своего Единородного за весь мир.
Если Бог кого-то призывает сегодня, вы хотите помолиться, вы хотите примириться с Богом, вы можете это сделать сегодня. Да поможет вам Господь не упускать этой возможности. Мы не знаем, что будет завтра. Мы живем в такое время, и мир сегодня такой нестабильный, что мы не знаем, что будет завтра. Помоги нам, Господь, иметь самое главное решение – это мир с Богом. Уверена, что мы спасены и что мы будем в вечности. Давайте мы встанем, помолимся в заключение этого собрания. Господь, мы благодарны Тебе за воскресный день. Мы благодарны за то, что мы можем быть в доме молитвы. Мы благодарны за собрание, за то, что здесь мы могли слышать Твое Слово. И наша особая благодарность за то, что Ты наш Спаситель. Ты умер за грехи наши, Ты пролил Свою кровь. Наши грехи Ты взял на Себя, а всякому верующему Ты даруешь спасение и жизнь вечную. И мы благодарим Тебя за эту уверенность, за эту надежду, за то, что однажды в вечности мы все вместе будем петь и прославлять Тебя. Ты достоин нашего поклонения, Ты достоин славы, и мы приносим Тебе эту славу сейчас. Господи, мы нуждаемся в Твоей благодати и в дальнейшем. Мы просим Тебя, храни нас в руке Своей, помоги нам в жизни уповать на Тебя, исполнять Твое Слово, быть святыми, потому что Ты к этому призываешь нас. Ты видишь переживания, трудности каждой семьи, каждого сердца. Мы молимся за братьев, сестер, которые в болезни находятся, и просим Тебя, чтобы Ты поддержал, укрепил, дал исцеление и выздоровление. Мы молимся за братьев, сестер, которые находятся в страданиях, переживаниях, там, где идет война, льется кровь, там, где различные переживания есть, поддержи и помоги, Господи. В каждой ситуации будь близок и милость свою не отними. Мы молимся Тебе, чтобы Ты хранил нас, семьи наши, чтобы Ты оберегал и помогал. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы, и мы верим, что Ты пошлешь свой ответ. Мы молимся за тех, кто не знают Тебя, за тех, кто далеки от Тебя. Господи, стучи в сердца таковых и призывай к себе благодатью Своей. Мы благодарим Тебя за это собрание, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.